Эксперимент, который может повторить каждый. Составитель альбома сегодня отправилась на экспозицию. Цель – сравнить изображение на полотнах с 200 в тираже. Сопоставить удалось лишь 5 пейзажей. Попали в авторский цвет. Почти точно. Мастера, которые, в общем-то, оставались в рамках своего когда-то найденного стилистического почерка, представлены одним произведением. Те художники, которые заметно эволюционировали из десятилетия в десятилетие в своем творческом поиске, представлены несколькими картинами. В эталонной коллекции современной белорусской живописи около 4000 единиц. И половина – это пейзажи. Для альбома пересчитали, частично реставрировали. Фотографировать со вспышкой в музее запрещено. Яркий свет вреден краскам на холстах. Одна из самых сложных в съемке вещей, потому что она идет фактически черным цветом. Часть работы блестит, часть более матовая. На снимке это все проявляется. Чаще под твердой обложкой иллюстрации пейзажей кисти Виталия Цверко. Природу нужно слушать сердцем. Профессор учил этому едва ли не всех, чьи фамилии на страницах уникального издания. Точка отсчета – 54-й год, когда началась оттепель. Чего не хватает музею? Простора. Сейчас постоянные экспозиции лишь 4% арт-объектов, а собрано за 80 лет почти 33 тысячи. Это без учета военных потерь. Выход есть всегда. К примеру, создание виртуальных электронных выставок. Но ни одна репродукция в мире никогда не заменит оригинал. В самом центре Минска уже вырисовываются контуры первого строя музейного квартала. Сегодня основные работы на переходных галереях внутри корпусов по улицам Маркса и Кирова. До конца декабря нужно успеть освоить почти 3 миллиона рублей. После большого разговора у главы государства активизировались значительно строительные работы на музейном квартале. И дополнительно к тем средствам, которые были предусмотрены государственной инвестиционной программой, еще выделены в 2020 году. Это не может быть невозможно. Выполнено. Будет запущено первый и четвертый пусковой комплекс музейного квартала. Именно в первом по Маркса разместят залы временных экспозиций. Сейчас музей готовит большую ретроспективу Зои Литвиновой. Знаковое имя в белорусской живописи. Этот пейзаж с выставки в альбоме. Любой может сравнить изображение. Александр Матиас, Юрий Лбовников. Наши новости.